Новая кафедра имеет своей целью создать научную школу ГОИ стратегии. При этом акцент будет сделан именно на стратегию. Задача заведующего кафедры Игоря Гришина – сделать все для того, чтобы сформировать стратегическое мышление у слушателей курса. Наша кафедра ГОИ стратегии называется так, потому что стратегия – это линия, взятая нами из средиземноморской цивилизации, и мы исследуем стратегию, исследуем это явление как искусство. А вторая линия, которая называется ГО, взята с нами с другого совершенно направления. Обучение игре ГО недавно было включено в обязательную программу слушателей курса MBA Московской школы управления Сколково. Игорь Гришин объясняет это необходимостью развивать ум современных предпринимателей и управленцев. ГО – это не только игра, ГО – это интеллектуальный поединок. В команде есть игрок, есть аналитик и есть капитан. И затем проходят соревнования этих команд, и затем люди, поняв уже, кто из них кто, как сработал, с интересом разбирают. Руководство университета «Синергия» видит большой потенциал у новой кафедры. Обучение игре ГО позволит студентам развиваться с невероятной скоростью. Ведь эта игра – модель реальности, и стратегические концепции ГО можно взять за образец для принятия решений в повседневной жизни. Профтехобразование, оно всегда базировалось на тех знаниях, которым люди абсолютно необходимы в работе и для устройства на работу. А вот высшее образование, оно немножко про другое. Оно про то, чтобы стать другим человеком, чтобы сделать трансформу. По мнению руководства университета «Синергии», кафедра ГО стратегии – это долгосрочный проект. Он рассчитан как минимум на 8 лет, в течение которых студенты серьезно продвинутся в изучении игры ГО и выйдут на практическое применение навыков. Курс будет охватывать широкий спектр вопросов, формирующих стратегический кругозор. По итогам первого года запуска программы будет составлен учебник.